Здравствуйте, дорогие друзья! Когда нам было по 14-15 лет, у нас произошел интересный, курьезный случай. Мы тогда были такими меломанами, все уши были в «Мираже», в «Ласковом мае», во всяких дискотечных песнях, типа «Маленький принц», группа «Кармен». Может, кто-то и помнит эти времена. Красивые были времена, как ухаживали за девушками. И вот один парень ко мне подходит, напиши, говорит, песню вот на этот текст. Приносит мне этот текст, я читаю внимательно и написал песню. А оказывается, как я узнал позже, эта песня уже была написана тогда. Ну, просто пели так в народе ее, видимо. Вот. А он захотел, чтобы я сделал типа дискотечной песни. Но ничего, эта песня у нас была как бы хитом. И даже на дискотеках ее крутили. Вот послушайте, как она звучала.